Вот 50 тысяч рублей, которые сегодня как раз он будет у нас тратить. В общем, это можно сказать рубрика «Что купит школьник». Куда он пошел? Чего? А зачем он садится? Ехать. Ему рюкзак выкинул? Если расскажешь, ну, про ситуацию с Савой, все пипец. Моим родителям ничего не светит. У меня будут плохие оценки, я просто в шоке. 50 тысяч рублей, которые ты сейчас потратишь. Хороший вариант, вот 3127-332, 13990. Смотрите, здесь идет внизу подсветка дополнительная и на... Ребятка, как вы помните, в прошлом видео нашему школьнику разбили iPhone XS Max, которому мы ему подарили. Мы решили, что не будем больше дарить iPhone, лучше дадим ему просто денег, мы еще не определили, 50 или 100 тысяч. И пусть он сам купит, что ему нужно, может в семью, может какой-то себе простой телефон, может одежду. В общем, сейчас мы подъезжаем к его школе и просто дадим ему эти деньги, и затем поедем их тратить. В общем, это, можно сказать, рубрика «Что купит школьник». Как думаете, реально, полтос или сотку ему дадим? Мне кажется, полтос. Да, полтос, давай. Ну, в общем, ребята говорят, что 50 тысяч, пусть будет 50 тысяч. Если что, мы же ему потом еще можем помочь в любой момент. Ну да. Поэтому. Так. Слушайте, да, а мы созванили же, он сейчас выйти должен. Это машина не того базиса. Какая? Это что ли? А, кстати, да. Да, 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 точно. Да. Ага. Ну, значит, она сейчас как раз заканчивает, то есть как раз сейчас Сава выйдет. И этот наш. Я надеюсь, без драк как бы будет. Ну, тут батя вот его уж, надеюсь, он при отце не будет драться. Ну, да. В общем, сейчас он выходит, мы сажаем его в машину, говорим ему, что даем 50 тысяч и едем тратить. Я думаю, у него должно быть уже в голове сформировано, что бы он хотел себе купить, там, велосипед, не велосипед, что угодно. И пусть тратит на свое усмотрение. Перед началом видоса подпишитесь на канал, поставьте лайк, 80 тысяч лайков, и мы снимем что-нибудь еще. И напишите обязательно в комментариях, что бы вы хотели, как нам помочь этому школьнику. Потому что вот как раз сейчас мы отсюда возьмем 50 тысяч. 8, 9, 10. Вот, 50 тысяч рублей, которые сегодня как раз он будет у нас тратить. А вон он идет, смотри. Я вот как раз тоже смотрю. Не, это не, Егор, да, это Сава, это Егор, да. Ой, да, я что-то заговорился. Угу, он идет, он к нам идет. Ну, кстати, хорошо, что мы хотя бы кнопочные отдали, а то вообще бы не смогли бы с ним связаться даже. Ну да. Что-то я не понял. Он ему из машины, что ли, что-то крикнул? Не знаю. Он что-то так это затормозил, он боится, что ли? Угу. Куда он пошел? Постой, он говорит, что с этим хочет. Он с Савой, что ли, там сидит опять? Да он должен был уже уехать, по сути, что он ждать. Ну да. Что-то разговаривает. Так я не помню, Сава в машине? Он может его за айфон? Может он на него за айфон сейчас кричит вообще, ругается, что-нибудь такое. А что, а он-то при чем? Да кто знает. Нахер он его вообще позвал? Или наоборот, может, извините? Чего? А зачем он садится-то? Значит, он там один. Раз он вперед сел. Ага. Нахрена? Что-то я не понял. Он же видел нас. Куда он вообще повезет? За ним поедем? Да. Ребят, хочу с вами поделиться одной историей, которая произошла в моей жизни. Несколько месяцев назад мы встретились с менеджером, и он рассказал мне про знакомого блогера, который зарабатывает за счет прогнозов на спорт. Естественно, я во все это не поверил, очень скептически к этому отношусь и просто замели эту тему. Но буквально полтора месяца назад мы снова встречаемся с менеджером, и рядом с ним как раз стоит этот чувак. Оказывается, то, что менеджер решил ему довериться и заработал порядка 400 тысяч рублей. А сам этот парень гоняет на спорткаре за 8 лямов. Ну, естественно, у меня загорелись глаза, то, что как так, я тоже бы не отказался от крутой тачки. Ну и, в общем, пообщались с этим парнем, его зовут Ваня, и он начал меня консультировать, давать мне прогнозы. И по итогу уже прошел месяц, как я начал ставить, и вот мой результат. Я заработал 240 тысяч рублей, это за один месяц. Ну это просто, ну это реально пиздец, 240 тысяч просто из воздуха. Ну сами подумайте, люди работают за эти деньги, они мне достались просто вот. Ребят, если что, это не реклама, это, можно сказать, личная рекомендация. В благодарность Хайвану, он даже не знает о том, что я сейчас запиливаю этот ролик. И я думаю, для него будет тоже приятным сюрпризом. С ним я продолжаю сотрудничать, потому что я думаю, мы заработаем еще с ним гораздо большую сумму. И если вдруг у кого-то какие-то проблемы с деньгами, кто хочет поднять по-быстрому бабла, то ссылку на Хайван я укажу в описании под роликом. Переходите на его проект и зарабатывайте вместе с нами. Хера он втопил. Главное не потерять. Куда он его повез вообще? Ни хрена он вообще к нему сел в машину. Я, кстати, тоже не понимаю, зачем. Они явно не друзья, чтобы садиться. Че, будем за ним ползти тогда? Ну, придется, посмотрим, куда они вообще едут. Я вообще не понимаю, что сейчас происходит. Я тоже. Только мы, походу, затупили, надо было сразу, мне кажется, когда он к машине вообще подошел, надо было сразу выйти и подойти и спросить, а что произошло вообще, когда он... Я просто не понимал, вообще у меня ступор был, то, что происходит. Я думал, реально, может, там Сава сидит, они просто разговаривают, и сейчас он пойдет к нам.
пока мы едем за ним, можете написать как раз в комментариях то, что, что бы вы хотели видеть, как нам помочь пацану, потому что у нас реально просто нет идей, единственное, мы можем как-то помогать только финансово. Возможно, нужна какая-то другая помощь. Пишите свои идеи и мысли просто в комментариях, я все буду читать. Что, мы реально подъехали к его дому? Ну, получается, да. Да, дом его просто довез. Ну, мы могли это сами, конечно, сделать. О, выходит, выходит. Че, он домой пошел? Ехай. Ему рюкзак выкинул, что ли? Рюкзак его выкинул из машины. Стой, биби к нему. Да он же видит нас. Че? Это что за херня такая? Егор! Это что сейчас было? Садись в машину. Садись в машину. Пиздец. Чего? Стой, 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 открывай. Садись, садись. Что произошло-то? Поставь туда его на место. Короче, он меня забрал, сейчас мы ехали. Он мне угрожал, говорил типа... Угрожал? Как он тебе угрожал? Ну, говорил типа вот, если расскажешь, ну, про ситуацию с Савой, все пипец, пиздец. Что будет? Я, ну, типа, моим родителям ничего не светит. В плане? В плане они не смогут зарабатывать, все такое. Мне там, у меня будут плохие оценки, я просто в шоке. А с чем ты вообще к нему сел? Да. Он меня позвал, такой, иди, иди сюда, иди сюда. Вроде взрослый мужик такую фигню несет. Вообще странно, я понимаю, если бы это сделал его батя с Савой, потому что он его, ну, докапывается. Ну да. А он-то вообще здесь при чем? Ну, типа, я так понял, чтобы, типа, он никому не рассказывал, вообще про травлю эту. Да-да-да, но он какой-то быдло прям вообще. Быдло? Я так понимаю, у него какой-то бизнес, он не хочет, чтобы на нем это сказалось, и он сразу отсекает, скажем так, вот такие ситуации. А он тебя, типа, предложил до дома просто подвезти или что? Ну, он сказал, типа, давай довезу до дома и расскажу тебе, вот, ну, и начал болтать. Смотри, ты, я так понимаю, сильно расстроился, тебе Макс, наверное, кое-что сказать хочет. У нас есть 50 тысяч рублей. Сейчас пересчитаю. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот, 50 тысяч рублей, которые ты сейчас потратишь. То есть ты iPhone свой упустил, ты сказал то, что тебе не нужен новый, поэтому решили просто дать тебе денег, чтобы ты просто купил, что тебе хочется. Домой, не домой, себе, не себе, без разницы. То есть распоряжаешься им как хочешь. Да. А мы сейчас с тобой поедем по магазинам, по которым тебе надо, и будем покупать, что ты хочешь. Да не надо. Ну это, по сути, не обсуждается, мы уже решили, поэтому держи. Ну. Ты что-то пересчитываешь, думаешь, обманули что ли? Ну что, куда поедем? Тут есть один магазин с одеждой, можно туда. Далеко, рядом? Да нет, тут рядом, рядом. Погнали. Сколько получается? Так, секунду. Да, грубо. 2400. 2400. Складываем? Да. Куда сейчас едем? Ну, тогда давайте за телефоном поедем. Какой телефон-то? Ну, не знаю, Samsung какой-нибудь хороший. Ну, тут недалеко, вот сейчас налево, а потом направо. А зачем мы с Сашей приехали? Да, за телефоном. А с какими-то магазин телефонами есть? Да-да-да. А какие там телефоны? Да разные, Xiaomi. А почему сюда? Да цены ниже, сейчас допрашиваешь, что ли? Сюда? Здравствуйте. Здравствуйте. Что подсказать вам? Ты знаешь уже, какой хочешь телефон? Да не знаю. Xiaomi? Ну, ты типа маме, да, именно? Да-да-да, маме. Ну, хороший вариант, вот Redmi Note 7, 3.32, 13.990. Хороший процессор, 660 Snapdragon, поддерживает все игры, приложения. 4000 аккумулятор на 2 суток хватает. Samsung есть, пацаны. Ну вот, я думаю, Samsung. А он лучше будет? A7. А, примерно одинаковая ценовая категория и по качеству одинаковая. Здесь только аккумулятор будет мощнее все-таки. Да, давайте посмотрим. Потрогать, посмотрите. Каленое стекло сзади. Красивый вариант. Mm-hmm. Обширный дисплей, здесь только вот капель получается спереди, все, рабочая область, широкая. Ну так-то прикольно, и тогда давайте еще какие-нибудь наушники беспроводные. А зачем наушники?
Или для себя сказал? Да не. В подарок телефону. Вот эти хорошие Bluetooth наушники. Сколько они стоят? 5,96. Как полтелефона. Ага. Да ну пусть берет, сказали же. Ты же сам сказал. Получается... Ну да. Его. 13,95. И это сколько получается? 14,620. Все купил? Да. Купил. Сколько вышло? 20 тысяч. Ровно? Да, ну а. Там. Осталось сколько? 25. 25 осталось. 25? 27,5 получается, ну, да. Осталось. Да. Так, что, куда дальше едем? Да, я думаю, дойдем пешком, тут недалеко. Самокат. Куда? Продается. Электросамокат. Кто? Самокат? Электросамокат, да. А тогда, может, положим? А, кстати. А, да, давай. Пришли уже, вот все. А почему мы туда? Да, друзей покупали, я видел. Проверенный магазин? Да, говорю, что у меня нет друзей. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Проходите, смотрите. А только эти самокаты есть, да? А какой тебе нужен? В наличии пока что эти. Хотя надо, только колесики такие маленькие. Смотрите, есть такая моделька. Вот, то есть интересная очень. Вот, но она, смотрите, то есть, да, стоит 11500, то есть в районе, то есть получается опять же, у нее ограничен тем, что у нее колес поменьше идут. Да, там вообще маленькие колесики. Давайте, а вот это что? Куга S3 очень сбалансированный электросамокат, то есть очень удобно на нем передвигаться. Есть вот в двух экземплярах, есть Куга S3 Pro и есть Куга S3 Pro. А чем отличается? Смотрите, здесь идет внизу подсветка дополнительная и на 1000 мАч он побольше будет. Ну, прикольно. Понравилось? Ну, что, ну, берем? Я думаю, да. Прикольно. Отлично. А сколько стоит? Такая моделька 19,990. Ну, 20. Сколько, Егор, денег осталось? Ну, на руках 5000. Так, и что мы сейчас будем покупать? Ну, я думаю, продуктов купим и все. Просто домой продуктов? Да. Почему? А что хочешь купить примерно? Ну, не знаю, что-нибудь прикольненькое, что еще ни разу не пробовал. А, понял, ну погнали. Так, что, ты доволен? Все купили, что ты хотел? Да я вообще рад. Что-то давай собирай все свои шмотки. Сейчас поможем тебе пакеты занести. Окей. Да. Так, что, все? Да, а вы сейчас уберете машину, да, отъедете? А что? Конечно. Да вот там машина стоит, у меня сейчас папа поедет. Шахас, что ли, стоит? Да, это его машина. Батина? Да, шахас. Он сейчас... Что за шаха? Там машина. Вы что, не видели, стоит? Нет. Сейчас на ночную работу поедет. Зачем? Он сейчас поедет на ночную работу. Сейчас уберем, да, все. Ну все, давайте. Забирай тогда. И, типа вот этот его отца получается машина. Тут шестерка убитая. Да. О, да. Она еще на ходу. Мне кажется, она мне кажется, в землю вросла, слышишь? На, вы сними, из окна не видно. Мне кажется, она в землю вросла, да? Да это вообще жесть. Я не знаю, как это ездит. Да, жестко.
Ребят, на этом наш ролик подошел к концу. Мы дали школьнику 50 тысяч рублей. Вы сами видели, что он купил. Он купил телефон для мамы, купил беспроводные наушники, купил электросамокат, одежды и продуктов. Там тысяч на 4, наверное, на 5 вышло как раз. Вот. В общем-то, все. На этом видос подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. 80 тысяч лайков, и выйдет следующий ролик. И, походу, я уже догадываюсь, что мы будем делать в следующем видео. Я думаю, то, что надо купить другую машину. Серьезно? Набираем 80 тысяч лайков, и мы едем покупать машину для школьника. Не знаю, какую, поищем что-нибудь поприкольнее. Не знаю, школьнику, его отцу. Ну, в любом случае, подарим этому школьнику, ну, скорее всего, то есть на ней ездить будет отец, но как бы школьнику будет давать просто порулить, потому что у него прав все равно нет. В общем, 80 тысяч лайков, и выходит продолжение с покупкой новой машины. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока!